Всем привет! Сегодня у нас обзор очень жирного проекта. Это немецкая социальная сеть YugleNet, на которой можно очень хорошо заработать, платят очень щедро, без вложений. Деньги выводятся 100%. Здесь можно заработать от 50 евро в неделю и даже больше, не напрягаясь, уделяя всего пару минут в день. Здесь можно зарабатывать как на компьютере, так и на смартфоне. Вот только для Android, если вы будете скачивать с Play Market, то там пока немецкая версия. Как включить русский язык, я расскажу чуть попозже. Если вы хотите попробовать начать зарабатывать, тогда нажмите на ссылку, которую я оставил в описании под видео. Здесь можно регистрироваться через Facebook, но я не рекомендую, потому что вы можете потеряться. Если вы зайдете по моей ссылке, я вам всегда помогу, подскажу, вы будете моим партнером. А если вы будете регистрироваться через Facebook, вы можете попасть к какому-то немецкому пользователю, который ни вас не поймет, ни вы его. Поэтому регистрируйтесь через эту форму, пишите вот здесь вот латинскими буквами, только правильно, свое имя, фамилию, электронную почту, пароль, подтверждайте пароль. Вот здесь выбираете, кто вы, мужчина или женщина, сверху мужчина, ниже женщина. Дальше свою страну, нажимаете «Отослать». И вот здесь вот, это очень важно, появляется такое вот окошко. Здесь должно быть мое имя, Олег Анафричук. Нажимаете «Подтверждаю», да, далее. Вступая в мою команду, я всегда вам помогу. В чате YugleNet мы можем общаться, я буду присылать вам сообщения, видеоуроки, как зарабатывать намного больше, покажу, как установить русскоязычное приложение на Android, буду приглашать вас в другие проекты по зарабатыванию денег без вложений. Так что нажимаете «Да», «Далее». В общем, приглашаю вас в свою команду. Итак, мы попадаем в главное меню, и дальше мы нажимаем вот здесь вот «Навигация». Нажимаем. В самом низу выбираем «Мой профиль». И дальше выбираем «Редактирование данных профиля». Так, дальше мы здесь заполняем все свои данные, вставляем аватарку, все заполняем на латинском, английском языке. Здесь видно, что вывод осуществляется на PayPal и также на банковский счет. Далее вы заполняете все свои данные, вводите свой номер мобильного телефона, потом нажимаете «Сохранить». Вам приходит SMS с кодом. Если вдруг не приходит SMS, пишите мне в чат. Вот здесь есть чат сверху, нажимайте на него, здесь вот мы можем общаться. Дальше, паспортное удостоверение вы будете заполнять тогда, когда будете выводить деньги. Также тут в профиле можно посмотреть, с кем вы в команде. Вот если опуститься вниз, вот тут вот должен быть я. Вот, если нажать на меня, на аватарку, вы попадаете в мой профиль, и вы тут вот вы можете почитать, какие шаги нужно посмотреть, чтобы начать зарабатывать, посмотреть, как скачать русскоязычную версию для Android. Итак, дальше нажимаем на главную страницу. Нажимаем. Загружается. Сейчас. Как долго. Дальше опускаемся чуть ниже. Здесь видим видеоролики, которые просматривая, которые нам будут платить. Дальше опускаемся еще ниже. Вот здесь вот появятся рекламки. У меня их уже все пересмотрел. Они появляются каждый день и платят здесь по-разному. Нажимаем на вот этот вот текст. Вот, и мы попадаем в такую вот рекламку, которую можно почитать. Но нам здесь нужно подождать секунд 30-40, пока не появится окошко. Ага, появилось окошко. Здесь вот идут секунды, нам нужно забрать бонус. Дальше мы нажимаем «Забрать вознаграждение». У нас теперь появляется окно выбора тарифа для нас. Если вы хотите, можете, конечно, заплатить 3 евро или 30 евро, купить пакет премиум или премиум плюс. Здесь написано, почему выгодно взять именно премиум или премиум плюс. Но я выбрал стандарт и работаю сейчас со стандарта. А сейчас покажу, как здесь еще зарабатывать. Нажимаем навигацию, форум. Так, заходим в форум. И вот здесь вот люди загружают всякие статьи.
нам тоже нужно раз в сутки писать статьи, писать любые. Вот я сейчас, например, любую какую-то статью поищу в интернете и загружу. Вот загрузил первое, что попалось в интернете. Нажимаю «Отослать». Здесь выбираю все галочки. Категорию можно выбрать. Здесь все на немецком. Выбираю все и нажимаю «Отослать». Теперь все. Все, кто будут смотреть эту статью и лайкать ее, нам за это будут платить. Дальше мы заходим в навигацию. Мой профиль опять. И опускаемся в самый низ. Прошло уже немного времени, сейчас посмотрим. Самый низ, самое нижнее нажимаем. Я посмотрю, вот наша статья уже набрала 75 лайков. Можем посмотреть комментарии. И мы видим, что в комментариях вот люди пишут нам вот такими вот смайликами. Это значит, что человек хочет предложить вам обмениваться лайками. То есть вы ему лайк, он вам лайк. Вот, таким образом вы будете больше зарабатывать. Вы должны ответить каждому человеку лайком, зайти в его профиль и написать в сообщении такой же лайк. Вот, например, заходим к этому человеку в сообщении, пишем вот лайк, это значит, что мы хотим с ним обмениваться лайками, и он хочет, и мы хотим. Дальше мы нажимаем вот здесь вот абонент добавлен. Это важно, нужно нажимать. После этого, вот, вы видите, вот, сколько этот человек собирал таких абонентов. Вот, нам нужно, чем больше их набрать, тем лучше. Дальше мы обязательно, после того, как его добавили, нажимаем вот его самые нижние, его статьи. И обязательно самую верхнюю лайкаем. А где еще искать таких людей? Заходим вот в навигацию. Сейчас я покажу вот мой профиль. Вот. Ага, загрузилось. Опускаемся в самый низ. И вот где вот на этом месте должен быть я. Вот вы заходите сюда ко мне. И вот в абонентен, где написано. Заходим сюда в абонентен. И вот каждому человеку заходим и пишем сообщение смайл. Если они вам отвечают, добавляйте их тоже к абонентам. И таким образом вы будете собирать людей, с которыми будете обмениваться лайками и зарабатывать больше. Теперь важно, нужно, чтобы не потерять этих людей, заходим вот в навигацию, нажимаем форум. Сейчас он загрузится. Ага, загрузился форум. А теперь выбираем вот не все, а абос. Это люди, с которыми вы обменяетесь лайками. И всем им нужно вот нажимать лайки, всем им ставить. И так вот каждый день периодически заходить и лайкать всем. Платят тут так называемыми юглами. Юглы — это такая валюта, которую вы сможете потом обменять на евро. 100 юглов — это 1 евро. Выводить можно от 50 евро. А скорая их монета, это югл, выходит на биржу. И многие не выводят отсюда средства, а наоборот хранят. Говорят, что на бирже она будет дорогая, эта монета. То есть, кто разбирается на биржах, тоже им будет интересно здесь. Здесь вот есть еще раздел, где мы можем продавать, покупать товары. Вот. Благодаря вашему рейтингу люди не будут бояться покупать у вас. Также здесь хорошо для тех, кто умеет приглашать людей. Вот здесь вот есть раздел. Вот. Тут есть ваша реферальная ссылка. Вот она моя, это моя, а здесь вот на этом месте будет ваша. Вот, по которой вы можете приглашать людей и строить свою команду. За каждого приглашенного человека тут платят 1 евро. Тут можно делиться в соцсетях этой ссылкой. То есть вы можете знакомым, родственникам, друзьям приглашать их, делать видео, так как делаю это я. А на этом все. Ссылка на проект будет в описании под видео. Все секреты, как тут еще зарабатывать, я уже напишу вам в чате YugleNet. Встретимся там. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И подписывайтесь на канал. У меня на канале обзор только самых крутых проектов. На очереди у меня новые видео о заработках, видео о том, как выводить деньги отсюда с YugleNet. Спасибо за просмотр. Всем пока.